Рисую по просьбе подписчиков. Меня попросили показать, как нарисовать море и закат. Поэтому берем обычную детскую гуашь и начинаем писать. Я поймала утренние лучи солнца, поэтому работать мне было еще атмосфернее. Для такой работы палитра довольно ограничена. Это желтые, оранжевые и фиолетовые оттенки. Облака мы пишем оранжевыми, красноватыми, фиолетовыми цветами. Рядом с солнцем более темные, более контрастные облака. Не забываем также добавить голубые просветы неба. И моя самая любимая часть – это оранжевое освещение на облаках, которое передает еще большую атмосферность. Для моря мы используем фиолетовый, синий, оранжевый цвета. Ниже добавляем все больше и больше оранжевых оттенков. Отмечаем линию волны. И все теми же синими, оранжевыми, фиолетовыми цветами намечаем песок и волны. Для пены используем белый, синий, оранжевый цвет. Добавляем легкие брызги. И наше море готово. Подписывайтесь и пиши в комментариях, что еще нарисовать.